Представляю вам Елену миллионершу, шикарная женщина, красивая, успешная, жена, мама, бизнес-леди, основатель проекта «Бизнес-завтрак Леди Босс». Ежемесячный доход Елены составляет 5 миллионов рублей. Она забронировала и забронировала сейчас круиз Диснейленд на август 2021 года. Второго. Что первого написано? Ускоришься. Я что-то думала, в следующем году придется в этом, блин. А, кстати, у меня есть 8 тысяч уже круизных долларов, так что я попадаю в этот круиз. Отлично. Блин. Значит, она с нами поделится вообще волшебными, удивительными фотографиями. И мы тоже туда поедем. Приобрела недвижимость в Подмосковье, частный дом. Еще там у меня есть будет частный этот... садовник. Отлично. С кубиками. С кубиками. Да, и он будет все время ходить в стрингах. В зависимости от лета и зимы. Я, кстати, только вчера купила стринги. И вот эти здесь вот со стразами. Сейчас тебе муж посмотрит. Уже все один. Ты можешь на работе. Давай дальше. А все у тебя тут где? Что-то. Елена, организатор социального проекта «Успешная женщина» от завода «Звездочка». Да, девочки, скоро состоится данный проект. Всех зову. Женщина 40+. Супер. Участники. Поперла! Поперла!